Ежегодно в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям имени Круглой получают лечение более 12 тысяч юных пациентов. Штат врачей внушителен – более 100. И каждый мастер своего дела. Иван Журило – один из таких. О том, что он станет врачом, решил в 10 классе, когда прочел книгу «Хочу стать хирургом». По окончанию школы Иван Журило поступил в Донецкий медицинский университет. С первого курса он определился с будущей специальностью – детский хирург. 2 года назад прибыл на Орловщину и стал заместителем главного врача по хирургии. Наша специальность все-таки она одна из самых стрессовых, самых напряженных. Именно в том плане, что врач-хирург, да и врач любой специальности на рабочем месте вынужден ежеминутно, в буквальном смысле, принимать решения, большие и малые. А такие ответственные решения приходится принимать часто. Каждый день в больницу поступают дети, которым необходима грамотная медицинская помощь. Мы с тобой уже договаривались, помнишь? Отдергивай ручку, кольнет животик или нет? Кольнет. Помимо личной помощи людям, Иван Журило делится своим многолетним опытом и с другими. Он является автором более 400 научных работ, в том числе и 7 монографий. Любой врач, думающий и оценивающий свой опыт, он обязан заниматься этим видом деятельности. Научная работа – это есть одновременно подведение итогов каких-то текущих, это обобщение наработанного опыта. В прошлом году высококвалифицированному детскому хирургу была вручена почетная грамота губернатора Орловской области за достигнутые успехи в сфере здравоохранения. Ее можно расценивать было как аванс, потому что это было в самом начале моей деятельности в Орле. Но, надеюсь, мы оправдали надежды высшего руководства области. Надежды оправданы. Все это благодаря таким профессионалам, которые готовы работать во благо и на здоровье орловчан. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».